самый близкий сайт, у кого есть выход. Святой Иван, я считаю, церковь хорошо, конечно, надо слово. Святой Евангелие бесплатно, православная церковь. Желайте привести. На камеру смущается. Вон тот мужичок, он сидел. Который нищий-то. Он тут и сидит. Да, да, можешь подойти к ним, побеседовать. А ты с ним беседовал? Православный еврейский сайт, пожалуйста. Здесь очень много информации. И распространяют святой Евангелие. Можете взять. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Это благословение на вас и на детей ваших. Храни Господь. Сними меня, пожалуйста. В Бога верю всегда, в жизни по жизни. Да? Вот смотри, вот, вот там, вот икону нахуй, да, на груди. Вот ношу святое, да, брат, беру сигарету. Вот, понимаю, вот смотри, с обоих сторон, с лагеря ношу, понимаешь, братан? Люблю, ценю его и уважаю, потому что никогда нахуй, вот, и не забуду его. Я никогда от него нахуй не отвернусь нахуй. Че ты? Бери сигарету, блядь. Ты в Бога веришь? Да. Я да. Я вот я весь перед Богом всегда. Я его люблю, ценю, да. Здесь пробовали раздавать? Нет. Тут может быть. Гонение могут быть. Ожесточение, да. Православная церковь. В платочках там. Православный библейский сайт, пожалуйста. Кто желает узнать о крещении, о покаянии, здесь у нас есть очень богатая информация. Я был в комментарии. А можно эту книжку? Это не просто книжка. Это Святое Евангелие. Я знаю. А можно это будет почитать? Вы обещаете сохранить ее? Конечно. Потому что мы ее распространяем. Мы распространяем ее различным людям. Мы даже в следственный изолятор ходили. Господь нам позволил это делать. Если. А вот знаете, если я в лагерях отсидел и через. Вот мы как раз с таким ходили людям. Потому что мы любим людей и желаем, чтобы они ко Христу пришли. Они же все же люди. Я сам ходил в следственный изолятор и распространяли Святое Евангелие. Вы обещаете сохранить? Обещаю. Это вам и детям, и внукам вашим. Мы сейчас пред Богом, чтобы вы это. За ребенка зачал. Слава Христу. Чтобы вы это сохранили на всю жизнь. Это не будет в чем? Возьмите во славу Божию. И сохраните, читайте, живите по Святому Евангелию. И Господь вас благословит. Слава Христу. Пойдемте в другое место, потому что здесь обычно бесплодно. Вам, простите, ей-богу, а вам же одни молодые бессовестные. Спаси Христос вас. Тяжело, конечно, крест тяжелый, но вы можете читать эту книгу? Спасибо. Не сможете, да? С Богом. Православная церковь распространяет Святой Евангелие. Эти крупные шрифты, красные машины, есть, да? Слава Христу. И наш сайт православный еврейский. Вот нам точно нахуй.
как раз для ваших глаз. Крупный шрифт специально. Особенно вот вашим людям такого возраста. Ну, это... давайте. Да благословит вас Господь. И вы вас желаете так приобрести? Нет, нет. Не желаете? У меня есть. А у ваших внуков есть выход в интернет? У нас нету. Дочери, сыновья? Все интернета нет. Все у них ума нету. У нас нету. А мы храм Сползунова. Это православная церковь. Вот. Я сам с Потеряевки, Мамонтовского района. Здесь вот на несколько дней приехал по делам. У нас был недавно митрополит Сергий. Он тогда был еще епископ, сейчас уже митрополит. Буквально полтора месяца назад. За одним столом на трапезе. Мы тоже вот недавно отмечали в нашем храме. Слава Христу! Читайте Святое Евангелие, есть, живите, да, по нему, да благословит, да, вас Господь. Спасибо. Слава Христу! Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно. Большое, что они занимаются своими делами. Ну, тут у Раиса Николаевна хорошо поухалась за этим столом. Ну, Раиса Николаевна, может быть, и не уфалась. Лучше на выходе там стоять. И... Святой Евангелие. А есть выход в интернет у вас? У нас свой сайт православный библейский. Пожалуйста. У меня нет интернета. Нет интернета. Слава Христу. Читайте, веруйте в Господа Иисуса Христа. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Святое Евангелие бесплатно. Православная церковь распространяет. Крупный шрифт. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно. Давайте. Нет, я имею в виду, что это. Святое Евангелие. Крупный шрифт. Это для пожилых, но для вас, для всех. Есть православный детский сайт, пожалуйста. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно. Ищите Господа, когда можно найти Его. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Возьмите Святое Евангелие бесплатно. Спасетесь вы и весь ваш дом, говорит Господь. Слово Божие, Святое Евангелие бесплатно. Возьмите. Господь призывает изучать Священное Писание. Много званых молитв. Святое Евангелие бесплатно. Возьмите православную церковь. По благословению патриарха Кирилла, Святое Евангелие, смотрите. Крупный. Крупный шрифт, да. Правда. Вот. Видите. Возьмите, да, пожалуйста. Во славу Божию. Читайте только. И живите по нему. По этой книге. Стараемся. По слову Божию. И если есть выход в интернет, сайт православный библейский. Вот. Читайте внука вашего. Слава Христу. Святое Евангелие православной церкви по благословению патриарха Кирилла. Ну, начинай. С женщины подходить начинай. Надо же начинать как-то. Смелее, правильно, смелее, как лет. Святое Евангелие по благословению патриарха Кирилла. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Святое Евангелие бесплатно. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Веруйте в Господа, чтобы спасти душу твою бессмертную. Святое Евангелие бесплатно, крупным шрифтом, особенно для пожилых очень ценно. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Святое Евангелие.
Святое Евангелие бесплатно в православной церкви, молодой человек. Православная церковь распространяет Святое Евангелие по благословению патриарха Кирилла. Святое Евангелие, возьмите, пожалуйста. Я и так не уверен. Так нельзя, надо читать. Господь призывает исследовать Слово Божие бесплатно, Святое Евангелие. И вот этот интернет имеется у вас? Угу. Православный библейский сайт. Тут о крещении, о покаянии. А многих, вы знаете, таинство церкви, вообще православие. Возьмете Святой Евангелие бесплатно, шли как раз для вашего выпуска. По благословению патриарха Кирилла. А выход в интернет имеется? Есть. Есть вот православный библейский сайт. Веруйте в Господа и изучайте Слово Божие. Да. Вот. У нас даже занятия проводятся вот у него на дому. Дальше она не заинтересовала занятиями. Помолите. Я даже думал. Господа Иисуса Христа, Святой Евангелие по благословению патриарха Кирилла, крупным шрифтом, особенно для пожилых людей, ценно. Богатство в моей руке, сокровище неистощимое, источник живой воды, реки воды живой. Святой Евангелие бесплатно, православная церковь, распространяет. Возьмите, пожалуйста. Святой Евангелие бесплатно. Святой Евангелие бесплатно по благословению Петра Кирилла. Теперь твоя очередь состава. Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Не проходите мимо. Источник вечной жизни здесь заключен. Святое Евангелие по благословению патриарха Кирилла бесплатно. Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Святое Евангелие, возьмите, пожалуйста. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Святое Евангелие бесплатно по благословению патриарха Кирилла. А ты не нажала. Вот она запись. Вот оно пошло. Вот оно тронулось. Что, сестра, мы тут стараемся расшаркивать. Мы тут стараемся, да. Я думала, я снимаю. Как в интернете там стоит мужчина. Святое Евангелие бесплатно. Святое Евангелие. Можно, знаешь, как уличный проповедник попробовать. Народу мало. Святое Евангелие бесплатно. Слово Божие говорит. Слово Божие. В своей руке Слово Божие, Священное Писание. Господь призывает изучать Слово Божие. Если у вас нет, то не проходите мимо. Как раз для ваших глаз. Ваша душа будет освящена Словом Божьим. Бесплатно. Это дар высочайший, Божий дар. Господь дает бесплатно. Святое Евангелие. Можете читать, бабушка? Вы видите шрифт, чтобы вы могли читать. В очках можете. Возьмите во славу Божию. А выхода в интернет у вас, конечно, наверное, нет. Да? На свой сайт православный библейский. Святое Евангелие. Может быть, внукам или детям вашим. Есть у нас выход в интернет? Нет, да? Ну, читайте Слово Божие. Спасибо. Все здесь кончилось, да? Нету? Святое Евангелие распространяется бесплатно по благословению патриарха Кирилла. Это дорога, ведущая на небо. Возьмите, читайте, исследуйте. Веруйте в Господа Иисуса Христа. По благословению патриарха Кирилла выпущено Святое Евангелие крупным шрифтом, особенно ценно для пожилых. Бабушка, не проходите мимо. Как раз для ваших глаз. Святое Евангелие крупным шрифтом по благословению патриарха Кирилла распространяется бесплатно. Господь призывает исследовать Слово Божие. И Он говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит грешник свой путь скверный, покаяться и изменит свою жизнь. Веруйте в Господа Иисуса Христа, и спасетесь вы и весь ваш дом, и дети ваши. Святое Евангелие бесплатно. Православная церковь.
Господь еще раз. Это благословение на нас. Благословение патриарха Кирилла. Сомнений вас не было. Сейчас православная церковь специально пропускается. Святой Евангелие бесплатно. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно, выпущенное по благословению патриарха Кирилла. Господь призывает исследовать Слово Божие, исследуйте Священное Писание, ибо вы думаете, не имеете жизнь вечную, а есть вечность. Святое Евангелие бесплатно. Величайшее сокровище, которое нам даровал Господь. Слово Твое святое и вечное. Святое Евангелие бесплатно. Православная церковь распространяет Святое Евангелие бесплатно. А ты будешь читать? Да. У тебя есть бабушка, дедушка? Для них особенно ценно. Да, конечно. Вот мечты. Да, конечно. Вот этот вопрос есть? Да. Пусть сайт хочет. Кончились у нас святой Иван. Нет у тебя больше? Там на кнопочку.